Друзья, платье Аннушка 1499 рублей. Я считаю, вообще отличная цена, поэтому уверена, сейчас Аннушку будут быстренько-быстренько расхватывать во все разные стороны. Итак, 900 рублей вы сегодня экономите, и у нас 4 цвета на выбор. Это отличный шанс заказать свое неповторимое платье. Размеры, смотрите, от 46 до 60-го все-таки да. Как определиться? Черт? На один побольше. Оль, вот здесь надо брать правильно. На размер побольше. Даже несмотря на то, что у нас хорошо тянется ткань. Но о ней еще поговорим. Давайте по цветам. Итак, 4 на выбор. 3 мы сейчас видим на экране. На нашей Олечке белый цвет с сиреневым. Смотрите, какой красивый. Дальше у нас есть вот такой темно-синий с цветами. И у меня в руках черный с красными розами. Давайте посмотрим на подиум. Какой цвет для себя выбирают наши модели? Наши девочки выбрали 2 еще оттенка. Зеленый выбирает наша брюнетка Татьяна. Ну, а наша Татьяна вторая, это наша блондинка, выбирает синий цвет с кораллом. И мы с вами получаем вот такие потрясающие яркие образы. Кстати, должна вам ответить на один важный вопрос. Казалось бы, платье летнее с коротким рукавом. На самом деле, знаете что? Оно всесезонное. Материал у нас плотный. Это не масло, это джерси. Достаточно плотный вискозный трикотаж. И мы с вами можем его носить и сейчас. Если вас смущает короткий рукав, наденьте сверху жакет или кардиган. Знаешь, чем мне нравится это платье? Да. Не только материалом. Материал, правда, очень приятный. И он достаточно плотненький. Плотненький и тепленький, несмотря на то, что рукава укорочены. Мне нравится цветы, я соскучилась по лету. Да, действительно, Оль, ты знаешь, пожалуй, это платье, особенно вот Танин вариант, зеленый с сиренью, Танин самое что ни на есть весеннее настроение. Ну, а там, знаешь, оглянуться не успеешь, уже 8 марта, уже пошли весенние праздники. Я считаю, что тебе все-таки нужно взять еще красный цвет себе. Почему? Во-первых, цена, во-вторых, послушай, вот нам сейчас хорошо наполнила наша милая барышня про то, что год-то огненного петуха, так. А ты у меня в сиреневом платье. Ну, красный все-таки, помимо того, что он действительно символ следующего года, ну, с точки зрения астрологии, это еще и символ следующего года с точки зрения моды, между прочим. Знаешь, как говорят, красный – это новый черный, то есть тот цвет, который обязательно должен быть в гардеробе. Так что яркого платья не бойтесь, добавляйте его в свой гардероб. А я предлагаю все-таки еще о ткани поговорить. Мне очень нравится, что у нас здесь комфортный материал. Это трикотаж вискозный, а при этом достаточно плотный, поскольку это трикотаж джерси. Чем он хорош? Он держит форму, да. При том, что не сковывает наши движения. И очень мягко, деликатно это платье облегает наши формы, нашу фигуру. Поэтому я, конечно, рекомендую это платье вам выбирать на размерчик побольше, для того, чтобы получился вот такой прекрасный силуэт, как у наших девочек. Ну, а за посадку здесь можно не переживать. Поскольку у нас действительно материал здесь потрясающий и отлично тянется, сейчас вот подальше нам немножко покажут, чтобы мы смогли с вами это рассмотреть, то за посадку мы с вами не переживаем и уверены, что платье прекрасно сядет на любой тип фигуры. Платье, между прочим, не хухры-мухры, а брендовое. Это бренд Лавира. И у нас 4 цвета на выбор. Размер у нас тоже на выбор пока еще остается от 46 до 60-го. Когда ты говоришь, держит форму, я сразу представляю, что, вот, знаешь, вот меня будут держать все время в форме вот эти вот прекрасные цвета и платья, и не будут давать мне много кушать. Это было бы здорово, конечно. Хотя, ты знаешь, вот мне нравятся плотные материалы, которые изначально вот не являются предателями. Вот, да. Больше того, они плотные, Оль, на матовой фактуре, а она всегда странит. И цветочный принт, помимо того, что нежный, женственный, красивый, он еще, ко всему прочему, забирает на себя внимание. Значит, отводит акцент, отводит внимание от каких бы то ни было особенностей нашей фигуры. Слушай, я еще обратила внимание, у меня же такие плечики точеные, да и вообще фигурка такая прям стала на 5 с плюсом. Рассказывай все секреты. Расскажу, Оль, ну ты знаешь, вот если у тебя от природы плечевая линия прямая, тебе вот вообще повезло, поэтому на тебе платья-футляры вот такие всегда хорошо сидят. А если у барышни типа фигуры груша или песочные часы, как у меня, плечи маленькие, покатые, мы с вами очень
очень часто стесняемся выбирать платье-футляр. Но для нас придуманы подплечники. Смотрите, выравниваем линию плеча. За счет этого у нас балансируется вся фигура, и бедра выглядят стройнее. Поэтому, если у вас тип фигуры груша и песочные часы, смело тоже выбираем это платье. Подплечники никогда не помешают. Вспомните, как раньше мы бегали в ателье, покупали блоками вот эти подплечники, а потом их подшивали в блузки, в платье. Здесь бежать никуда не нужно. Бежать в таком платье нужно в люди, срочно показывать свою красоту, вот цветущий вид. Слушай, так не хватает сейчас зимой вот этого цветочного аромата. А тебе не кажется, что вот от девчонок прям вот такой шлейф цветочный, а? Ну, ты знаешь, да, на самом деле цветочный принт, конечно, всегда нас делает женственными, нежными, красивыми. Но я все-таки говорю вам вот еще о чем. Мы сейчас действительно с вами не успеем оглянуться. На дворе весна. К весне мы платье по такой цене не купим, совершенно точно. Привезут сейчас новые коллекции все по сумасшедшим ценам. И будем ждать следующую распродажу, которая случится только летом. Кто не успел, тот опоздал. Звоните сейчас, чтобы вам это платье не снилось и не будет давать покоя вам, если вы его не закажете. В такой цене 1499 рублей.